Пришла очередная посылка с комплектующими для квадрокоптера. Ну, заказывал для 7-дюймового. Ну, вот это для квадрокоптера Юсида со стеком Омнибасом F4 V3 S+. Сейчас скроем. А это совсем другое. Это у нас преобразователь напряжения для светодиодной гирлянды. Ну, так говорить. Понижающий. Ну, преобразует. HW411. Вернее, LM2596. DS HW. Ну, сейчас разрежу. Это не для коптера, это для освещения. Теперь давайте с этим. Это наиболее, потому что видел я. Пришло в такой вот, просто в пакете, и вот в такой вот пупырке. Здесь пакет. Так что, чтобы не было раздавлено коннекторы, потому что такая слабая. Вот, открываю, достаю. Так, ну вот у нас это F 4 V3S+. Это полетный контроллер. Так, ну, даже лишнего не положили запасного. Вот и как все. Так, вот смотрим. Здесь. Здесь цело. Ну, слава богу, что цело. Потом мы разберемся с прошивкой. Как он будет прошиваться, посмотрим. Главное, что цел. Так, тут теперь давайте посмотрим. А, ну тут резать не обязательно, тут можно открыть. Тут у нас что мы имеем? Ну, тут побогаче. Тут немножко, тут получается, и здесь есть, и здесь есть шлейф. Ну, два шлейфа. Ну, хорошо, разберемся. Так. Что-то 4 тоже. Ну хоть бы один запасной был. Нету. Так, ладно. Шлиф. Так. Ну, вообще-то не самый лучший вариант. А, есть, есть. Есть. Хорошо. Есть. Ну, что-то. Вот. Ну, хорошо, ладно, это мы ставили. Итак, регулятор на 45 ампер, максимально до 50 всплеск. Может быть в течение 10 секунд. Ну, вот такой вот он. Тут целый хоть. Целый, слава богу. Я переживал, что не дай бог. Ну, в общем, есть 4 стоечки, 4 гаечки. Ну, я думаю, будут еще стоечки и гаечки в раме.
Я не помню, были, кажется, были. Ну, хорошо, уже лучше. Для питания и конденсатор, фильтрующий паразитные всплески. Ну, вроде все есть. Все есть, потом будем проверять. Остальное дрон будем собирать новый. Но это не пойдет на 7-дюймовый. Я решил поменять. Поставить INAF, здесь снять эти моторы 2507, перемотанные по звезде, снять с 5. Этот модуль, GPS модуль, тоже отсюда убрать, пойдет на 7-дюймовый, на дальнолет. А сюда пойдут моторы. Сюда пойдут моторы вот такие. 2207 на 1750 кВ. Не перемотанные, то есть как они в стоковом состоянии. По треугольнику они намотаны. А эти моторы уйдут у меня, как я уже сказал, на 7-дюймовый. И на 7-дюймовый уйдут регуляторы, которые здесь стоят, на 20 ампер бихели. Вот. Так что вот это вот уйдет. А сюда я еще поставлю, придет GPS M10, здесь M8, M8, M10. Значит, здесь останется этот видеопередатчик на 1000 милливатт. Вот, хватит его с головой. И сюда придет еще приемник флайскаевский 6x, который он без корпуса, легкий. Посмотрим, по параметрам они одинаковые. Ну, в общем, жду оставшуюся раму, GPS модуль и приемник. Так что пока все на этом.